Всех приветствую, 1446 сборка, такой вот игровой системный блок. Новые системники полностью из стекла пришли. Это формула 7612, новые. Широкие корпуса, спереди вообще по умолчанию два 200 миллиметровых кулера. Это вот такие идут в комплекте. Ну а в данном системнике у нас кулеры с RGB подсветкой. С отключаемой подсветкой поменены. Вот в таком вот варианте решил собрать. Процессор у нас Intel Core i3-9100F, 4 ядра, 1151W2 сокет, частота 3.6 до 4.2 ГГц в режиме Turbo Boost. По сути, это бывшие i5 на новом сокете. Довольно-таки шустрый процессор, и мне трудно представить, чтобы этого процессора для каких-то задач не хватало. Шустрый, быстрый процесс. Процессор не греется, соответственно, охлаждение здесь не ахти какое. Это Deep Cool Hunter. Плата Gigabyte регулирует трехпиновую колодку посредством напряжения, поэтому вращаться будет бесшумно. Но процессор не будет греться от слова никак. Материнская плата у нас топовая, H370 Aorus от Gigabyte. На ней есть все, что только можно пожелать, вплоть до Wi-Fi. Даже особо описывать ее не буду. Есть и подсветка, и прочее. Ну, в общем, красота. Две планки памяти по 8 гигабайт каждая. DDR4, 2666, одноранговая, фирма Crashel. Работает в двухканальном режиме памяти. Ну и работает на частоте 2400 МГц. Это ограничение нашего процессора. Видеокарта GeForce GTX 1060 на 3 гигабайта фирма Colorful. Имеет два вентилятора на борту, тепловые трубки, довольно-таки холодная видюха, 6-пиновая колодка до питания. SSD-накопитель у нас фирмы Samsung с интерфейсом SATA. Воткнут в M.2 разъем. Есть еще сверху такой же разъем, но это уже исключительно под NVMe SSD-накопитель PCI-Express. При желании всегда поставить можно. Блок питания у нас сертификатом 80+, фирма Thermaltake, Smart RGB 600 Watt, имеет 5-летнюю гарантию. Но этого блока питания будет хватать абсолютно для любой видеокарты, какой бы сюда ни поставили. Плата у нас позволяет любой апгрейд, хоть процессор i7, хоть процессор i9. Поэтому i3 здесь не факт, что у вас долго будет стоять. Ну и корпус. Основная фишка этого компьютера. Формула 7612. Есть посадочное место под водяное охлаждение. Есть разъем USB 2.0 и 3.0. Отдельная кнопка переключения подсветки на передних вентиляторах. У блока питания тоже есть подсветка, есть отдельная кнопка для этой подсветки. У платы есть Wi-Fi двухдиапазонный, отдельные антенки прикручиваются. Ну и главное, что корпус у нас здесь один из немногих, который может похвастаться закаленным стеклом как спереди, так и по обеим бокам. Ну, конечно, приходится укладывать все красиво, чтобы это дело не торчало. Но отсюда, наверное, не видно, но, в общем, по проводам там все прекрасно. По деньгам получилась машинка в 37 тысяч рублей. Если жесткого нет, то в идеале сюда еще добавить жесткий диск. На 1 терабайт обойдется в 3000 рублей. Вот такая вот интересная у нас сегодня машинка.